Представители одних из самых престижных научных журналов Nature Research и Nature Physics выступили перед учеными Казанского университета. На встрече обсудили главный вопрос, как правильно оформить научную работу, чтобы ее опубликовали в журнале. О преимуществах публикации в журнале и о работе издательства рассказал старший научный редактор журнала Nature Physics Барт Верберг. Участники круглого стола узнали, как правильно оформлять научные тексты, что заголовки должны быть интересными и понятными с первого прочтения. Редактор поделился важными советами со слушателями, например, что научную работу необходимо сразу писать на английском языке, а не переводить с русского, ведь смысл при переводе значительно меняется. В тексте необходимо передавать всю суть и не делить работу на несколько частей. Я думаю, что мы получаем около 3000 рукописей в год, и из них 150 опубликуются. Да. Мы Nature Physics публикуем то, что интересно для всех физиков. А Nature публикует науку, которая интересна для всех ученых вообще. Уникальность этих журналов в том, что они публикуют оригинальные исследовательские работы в разных научных областях. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.